Всем привет! Я тут задался вопросом, готов ли кто-то платить за решение проблемы, которую не ощущает? Вот говорят вокруг, плохая экология, нечем дышать ни на улице, ни дома. А мне, к примеру, вроде бы и хорошо. Да, иногда чихаю, першит в горле, ночью время от времени просыпаюсь. Но мне казалось, что такие трудности есть у каждого городского жителя. А если есть проблема, найдется и решение. Сегодня я хочу вам рассказать про универсальную и полезную технику для здоровья всей семьи. Как правило, ее включают в квартире, когда начинает работать центральное отопление. Летом прибор также можно и нужно использовать, если в доме работает кондиционер, который высушивает воздух. Перед вами мойка воздуха Балю серии Platinum. Этот прибор умеет решать следующие задачи. Увлажнять воздух, очищать его, ароматизировать воздух любимыми запахами. Информировать вас о текущем уровне влажности в комнате. Это удобно. Одна компактная мойка воздуха займет меньше места, чем несколько приборов. К примеру, увлажнитель, очиститель, ароматизатор и гигрометр. Предлагаю познакомиться с тем, как она работает. Перед включением я наполнил бак водой из-под крана. Включил в розетку и готов испытать мойку в работе. Кстати, если вы нечаянно уроните бак, он не разобьется, так как сделан из мягкого пластика. Прибор имеет сенсорное управление. Легким касанием включаем и выбираем режим увлажнения. Я выберу автоматический. В этом режиме уровень относительной влажности поддерживается на отметке 45%. Именно такая влажность нам и нужна. Здесь суховато. Пусть мойка потрудится. Благодаря встроенному гигрометру можно увидеть, достаточный ли уровень влажности в комнате. Для выбора или изменения режима работы прибора нажимаем клавишу «Мод». В ночное время суток нам нужна эффективная, но бесшумная работа мойки воздуха. В ночном режиме скорость вращения вентилятора установлена на минимальном уровне, а индикатор низкого уровня воды работает беззвучно. Когда в вашем доме вот такая мойка воздуха Балю, можно смело говорить «спокойной ночи». Несколько слов о воде. Для увлажнения воздуха можно использовать воду прямо из-под крана. Кстати, вода имеет в своем составе немало бактерий. Решение Балю. В каждой мойке воздуха установлен серебряный стержень. Благодаря серебру вода очищается от бактерий и запахов. Если вы уехали и забыли слить воду из прибора, благодаря серебряному стержню вода не зацветет и не будет пахнуть. Стержень рассчитан на год эффективной работы. Итак, воду защитили. Есть у нас еще одно преимущество. В мойке воздуха Балю установлена капсула для ароматических масел. Добавляем несколько капель ароматического масла и получаем в комнате увлажненный и очищенный воздух с любимым ароматом. Каждый прибор нуждается в профилактике. Балю установил в мойке воздуха автоматический режим Clean, который отвечает за очистку увлажняющих дисков. Кстати, тут все просто. Залил моющее средство в поддон, включил режим Clean, потом промыл под душем поддон и барабан с дисками, и мойка снова готова к эксплуатации. Используйте мойку воздуха круглые сутки. Устанавливайте в той комнате, где проводите больше всего времени. Прибор прост в обслуживании и не требует расходных материалов. Это удобно и экономично. До скорых встреч с Балю!